Такой вот попугайчик у меня на плече. Корелла. Ну-ка скажи что-нибудь. Скажи привет. Нет? Как ее зовут? Лимоша. Лимоша. О, отвлекается. Замечательный попугай. Прямо. Мы с попугаем Лимошей желаем всем позитивного настроения. Покупайте такого замечательного попугайчика к себе в дом. Он вам будет нести радость, счастье, благополучие. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Пишите в комментариях, у кого, может, есть тоже такой попугай красивый.